Надпись на листовке «Каждый седьмой заяц гибнет на железной дороге» как предостережение для зацеперов. Так называют тех, кто, эпатируя окружающих, катается на крышах, переходных площадках или открытых кузовах поезда. Кто-то занимается этим, чтобы сэкономить 100 рублей, а кто-то ради адреналина. Зачастую итогом подобных выходок становится несчастный случай. Очень просим вас проводить работу с детьми, пока они маленькие, они все хорошо запоминают. А потом, к сожалению, вырастают, становятся подростками, зацепят. Помимо молодежи с экстремальными увлечениями, ЧП на железной дороге случаются и с теми, кто не знает элементарных правил техники безопасности. В Химках для предупреждения травматизма регулярно проводят акцию «Сохрани себе жизнь». Очередная такая прошла на станции МЦД Химки. Проводится активная работа по недопущению смертельных случаев. И если получится не допустить повторные случаи, то у нас будет снижение смертности на 50% в 2024 году по отношению к 2023 году. Еженедельные акции, в ходе которых жителям Химок рассказывают о правилах поведения на объектах РЖД, безусловно, помогают снизить количество ЧП. Ну а потенциальным нарушителям напомним, что за пренебрежение правилами перехода железнодорожных путей влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.